служит для подготовки поверхности для работы масляными или акриловыми красками, темперой или гуашью. Как любой другой материал на основе акрила, грунт Acryl Art применяется на самых разнообразных поверхностях. На дереве, картоне, холсте, текстиле, металле, стекле, камне, керамике и других материалах. Он придает грунтуемой поверхности однородную плотность и шероховатость. Наносится грунт кистью, валиком или шпателем. Грунт Acryl Art выпускается белого и черного цвета, а также он легко колируется любыми акриловыми красками. При необходимости грунт можно разбавить водой до нужной консистенции. Отличительная особенность акрилового грунта – Acryl Art не теряет эластичности при высыхании. Готовую работу можно снять с подрамника и хранить в рулоне. Acryl Art – это грунт, который прекрасно подойдет как начинающему, так и профессиональному художнику.